Обсали? Да, блядь, так высоко все. Ну, у тебя видно, чуть-чуть пониже даже опущу, тебя видно прям вдоволь. Ну, так еду-то видно. Вот, чтобы ее видно было лучше. Кружку подвинь, а то яйца вообще не видно. Да, сейчас. Я это уже поняла, что надо здесь перестановку. А это что за салат? А это фруктовый какой-то. Ну, норм. Ну, да я такой. Да, да, тебя вообще видно. Ну, и все так. Да, все вот. Там идет запись? 52 секунды. Ага. Мы любим его пишем, а мы пишем. Я все время со старым телефоном разговаривала. Не ешь, если это яйца. Нет, я попробую. Попробую. Там сыр, ветчина, и овощи. Я почти наезжу омлеты, поэтому... О! Остро. Да? Это на что вообще пишет? 280. Это сколько вместе? Без. Без сколько? Баклажаны одолжили. Сколько? Ага. Ну хорошо. Видишь, один день ты мало, другой я день я. 130. О, и 30 рублей чай тут пять. И все 600 рублей там. Mm-hmm. Это очень дешево. Нам хотя бы видели, куда сюда идти. Реально? Нет, там тебе есть. Да. Что такое нельзя? Ну так, а мы вкусно? Маленько. Я говорю, можем я две сосиски? Это стандартная порция, две сосиски. Я говорю, пожалуйста, две сосиски. Стоял. Я хочу две сосиски. А что, да, пишу? Две сосиски. Я просто не поняла, я говорю, мне все равно, я хочу две сосиски. Это, наверное, будет слышно только радио, короче. Да пусть. Живая. Музыка. Пробуем. Это джем? Ну, типа, да. Больше такое говорение добавляется. Я не понимаю, что это. Повидло, может? Не понятно. Это странно. Ну, слушай, если что-то изо рта не упало на пол, то это не могу бануть. Какого? Необычный или какой? Ягодный. Может, брусника какой-нибудь такой красный? Ну, да, может, панцом. Сырный так вкусно. Или конежный, не знаю. Там три творога. Ага. Тут неплохо. Видишь, как верится у меня, да, с этой квартирой. Ага. Сам брал для себя. Кормить и так далее, потом как-то к телевизору, все законное, мать, ребенка.
бежу по ножу. Нет, нет. Ну, меня просто болят. Да. Я не знала, что я буду снимать. Я, когда кофе стояла, думала, блин, можешь снять. Не знаю, я его, наверное, одно залью, пробное, типа. Ну, пока. Мы же обед что-нибудь будем. А, обед, наверное, пусто будет. Я просто хотела, знаешь, типа завтрак, обед и ужин, ну, в одно время. Ну, сейчас уже там просто перерыв большой, я думаю, сейчас просто залить, знаешь. Мне кажется, можно отдельно вот такой завтрак, отдельно. Ну, порции-то нормально, интересно. И то, и то еще. Потом может стать дорогой, да? Вкусный хоть? Да, неплохой. Ты видишь, что тебя ананасы не видели, да? Киви не вкусные. Киви не вкусные, не сладкие, кислые. Мне нравятся эти сырники, не кислые. Бывают коротко кислые и прям вкусные. Ну, да. Они прям еще топовые. Чайчику попьешь, получишь кайфу. Что за кофе у тебя? Капучино. Ну, а прямо в машине делала. В этом. Ну, как все. 120. Сгущенку не взял. Да? Во, прям. Очень. Ну, очень сладкий мешком с йогурт, типа, знаешь. Вкусно очень, даже без сахара. Давай, как последний раз, мы встали.
Отель Хаят. Не помню. Не помню, если бы так популярно, я не знаю, как это. Их мандатика. Могут еще, кстати, монетизацию за... Не по поводу демонтизации. Главное, чтобы это уже вылез. А? Вылез это будет. Да, это на вылез. Нет. Ну я поплю. Слушай, а там же можно так все указывать? Ну я попробую. И не надо. Не нравится. Знаешь, я много видеороликов, где там пишут. Исполнитель песни.